Ебануться нахуй, нихуя себе дрон въебал, глянь нахуй. There was a drone attack on Russia's Moscow region on November 19th, Mayor of Moscow Sergei Sobyanin announced in his Telegram channel. According to the report, the air defense system was activated and the drone was shot down. Sobyanin said there were no casualties or damage as a result of the attack. According to the report, the remains of the drone fell on the highway and traffic on the road was stopped. Images of the incident have been spread on Telegram channels. The footage taken by residents shows the remains of the drone scattered onto the road as well as the smoke around. Panicked residents on the road are seen watching the incident. Ебать, он все машины ездит по этой хуете. Ебануться. О, запчасти что ли? От дрона нахуй, вот оно валяются, глянь. Охуеть. Ебать, там все горит, охуеть уебало. Пиздец, ой, едут все похуй по этой хуете. Что-то... Нихуя себе хуеты какой-то куски, блядь. Ну, нихуя какие-то осколки, блядь, непонятные. Ебать, ебать. Нихуя себе, тут что-то горит, блядь. Охуеть, да, ебануло? Я, блядь, обосрал. Стекло, да я сам еду, пизда, мне в стекло попало, нахуй. Бампер весь похуяченный. У меня сбоку, как раз я проезжал, мне как ебет, ну, нахуй. Меня... Ну, то дрон это ебанул. А что отходи оттуда, что там? Фу, блядь, воняет чем, бля, менты, что там? От обломков, говорит, кричит, отойдите. Может, еще типа въебать. Охуеть. А кусков от дрона сколько, ебануться. Ебать, ебать. Так что, можно проезжать, да? Так можно или нельзя? Один говорит можно, второй нет. Ехать, все, понял. Пошел, пошел, дружище, пропускают, пошел. Вот тебе и дрон уебендил. О, запчастей сколько, пизда. О, во все нахуй. Ебать.